Приволжский районный суд вынес приговор Максиму Байрамову, который обвинялся в нападении на девушку. Напомним, преступление произошло вечером 31 августа прошлого года в поселке Салмачи. По версии следствия, молодой человек нанес 19-летней студентке около 8 ударов напильником, один из которых попал в легкое. После нападения Байрамов достал из сумки девушки телефон и скрылся. Суд приговорил Максима Байрамова к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Водитель Kia совершил наезд на 70-летнюю женщину. Воспитательница детского сада переходила дорогу в неположенном месте и оказалась на проезжей части неожиданно, рассказал мужчина, сбивший пешехода. Сразу после наезда он вышел к пострадавшей и сам отвез ее в больницу. Передав женщину в руки медиков, водитель иномарки вернулся на место ДТП и вызвал полицейских. Владелец Kia заверил, что серьезных травм у пострадавшей нет. Сегодня ночью полицейские задержали молодого человека, который уже трижды лишался водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. Тем не менее, снова сел за руль пьяным. Теперь ему грозит уголовное наказание. Права были в своей жизни? Были. А где сейчас? Лишенные. А, лишенные? Без прав ездили, да? Да. А за что лишили? За пенсию. Этого молодого человека полицейские остановили на улице Мира. Банальная проверка документов обернулась для водителя оформлением протокола и эвакуацией мопеда. Кстати, не собственного. Двухколесный транспорт молодой человек взял на прокат у своего друга. Как выяснилось, у байкера не было документов, и за руль чужого мотоцикла он сел в нетрезвом виде. А выпивали сегодня? А, то есть второй раз, будучи лишенным, сели пьяный за руль, да? Ну, пьяный. А, выпили? Ну, подвыпивший. Много, что ли, выпили? За свои неполные 25 лет этот водитель уже трижды лишился права вождения автомобиля. Каждый раз причина одна и та же – управление в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году суд вынес решение в виде обязательных работ. 250 часов. Что 250 часов? Работа. Общественных работ, да? Да. А зачем так нарушаются-то? Нарушал ли? Ну, говорит, что третий раз пьяный вас задерживают. То есть вас ничему не учат вот это, что ли? Не знаю. А вам сколько лет? 25 будет. Сколько? 25 будет. Какое наказание получит злостный нарушитель на этот раз, решит суд. Еще одного нетрезвого водителя задержали на улице Ломжинской. 56-летний шофер не заметил, как выехал на полосу встречного движения. К счастью, в аварии никто не пострадал. Вы совершили ДТП? Какое ДТП? А что случилось? Не, ничего, нормально все. За что вас задержали? Меня задержали? Да. За знакомство своих людей. Водитель «Лады Калины» поначалу говорил ерунду. Задержанием сотрудниками полиции и общение с журналистами изрядно повеселило мужчину. Ведь, по его словам, все это происходило с ним впервые. Отмечали сегодня... Что за праздник? Праздник какой-то отмечали его. Не знаю, какой у вас товарищ старший президент. Товарищ старший президент свой день рождения отмечал. А вы? А вот при чем? Я ему помогал. Сначала задержанный рассказал, что просто шел пешком. Чуть позже признался, что ехал за рулем «Лады Калины» и попал в ДТП. Правда, свою вину мужчина отрицал. В случившемся он обвинил другого участника аварии – водителя ВАЗ-2110. «Калины» ехал по правому ряду. Никого не трогал. Никого не трогал. А тут ехал другой человек, то есть другая машина. И того он подрезал. А как можно подрезать? Калина может, того человека может подрезать. Я не пойму. Очевидцы рассказали, что водитель за рулем «Калина» выехал на полосу встречного движения. В результате он снес зеркало заднего вида у автомобиля ВАЗ-2110, водитель которого двигался по всем правилам. Совершив указательный удар, мужчина за рулем «Калина» не стал останавливаться. Другой участник, увидев скрывающуюся машину с места ДТП, кинулся ее догонять и, проехав несколько метров, обогнал ее и на свой страх и риск переградил ей путь неадекватному водителю. После вызвал сотрудников ДПС. Алкотест показал
значительное превышение алкоголя. Теперь 56-летнему водителю придется забыть о вождении как минимум на 1,5 года. Во время обыска у водителя полицейские обнаружили пистолет. 51-летнего водителя они остановили в Чистополе для проверки документов. Поведение мужчины показалось им странным. Его решили проверить на содержание алкоголя. Проходить медосвидетельствование водитель отказался. Во время осмотра машины был обнаружен пистолет «Вальтер», а также 114 патронов к нему. Дома у мужчины и служители закона изъяли еще один пистолет. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия». Сегодня Приволжский районный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника Казанской колонии номер 2 Игорю Леонидову. Подполковник обвинялся в получении взятки и неоднократном превышении должностных полномочий. По версии следствия, осужденные за свой счет ремонтировали большинство социальных объектов зоны, например, баню и школу. В обмен на это спонсировавшие колонию заключенные получали дополнительные свидания и передачи. Но подсудимый уверял, что сбор денег был добровольным. Приволжский районный суд приговорил Игоря Леонидова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Полицейские ищут пострадавших от действий семейной пары. Правоохранители полагают, что 42-летняя подозреваемая знакомилась с мужчинами и вступала с ними в интимные отношения. В этот момент ее муж тайно снимал все происходящее на камеру мобильного телефона. После этого супруги требовали с потерпевших деньги под угрозой распространения видео в интернете. Полицейские просят всех, кто пострадал от действий этих людей, звонить по указанным номерам. Сегодня в Вахитомском районном суде стартовал процесс по иску Сергея Сенина о компенсации морального вреда. Напомним, мужчина обвинялся в двойном убийстве, которое произошло в 2003 году. Однако спустя 13 лет у следствия так и не нашлось доказательств причастности Сенина к преступлению. Полгода назад он был отпущен в зале суда. Теперь бывший обвиняемый намерен взыскать компенсацию в размере 1 000 000 рублей. Сам Сергей Сенин на сегодняшний процесс явиться не смог. Дело в том, что в Казани он не живет уже много лет. Работает мужчина в Иркутске пилотом гражданской авиации. На процессе присутствовал его официальный представитель и сотрудник Министерства финансов. Состоялось предварительное судебное заседание по иску Сенина к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан о компенсации морального вреда. Напомним, что Сергея Сенина и еще 2 мужчин обвиняли в разбойном нападении, совершенном летом 2003 года в городе Тетюши. По версии следствия, мужчины пытались ограбить дом местного бизнесмена. В коттедже тогда находились 2 человека. Решив не оставлять свидетеля, подозреваемые застрелили их. Однако на месте преступления улик, подтверждающих вину, обвиняемых эксперты не обнаружили. Дело удивительно тем, что обвинение предъявлено только на основании одних показаний вот этих вот Козлова и Гатаулина, которые к тому же их постоянно меняли. Больше других доказательств никаких нет. Однако следствие не смогло доказать их вину, и полгода назад все обвинения с подозреваемых были сняты. Вчера в Верховном суде республики Сергей Сенин отсудил 400 тысяч рублей в качестве возмещения упущенного заработка, который летчик не получил, находясь под стражей. Теперь же он требует 1 000 000 с Министерства финансов. Сегодня представитель ведомства заявил ходатайство о привлечении к делу прокуратуры республики. Я сегодня в суде возражал против удовлетворения этого ходатайства, поскольку считаю, что прокуратура республики Татарстан в данном случае является заинтересованным лицом, поскольку именно прокуратура утверждала обвинительное заключение в отношении истца. Также прокуратура до сих пор продолжает оспаривать приговор оправдательный. Следующее заседание назначено на 9 июня. Процесс состоится в Вахитовском районном суде.